Саня, просто поинтересовался, летал ли ты когда-то, почему ты так реагируешь? Братишечка, любименький, солнышко, ну потому что очень странный вопрос немножечко. Ездил ли ты когда-то, я не знаю, на такси, или ездил ли ты когда-то в автобусе, или летал? Ну, конечно, я летал, много раз, естественно, и в Москву летал, и в Питер летал, и куда только не летал, конечно, просто поэтому вопрос странный немножко. Естественно, я летал на самолете. Я понимаю, если бы ты этот вопрос задал, там, знаешь, во времена СССР, там, в 90-е, когда там летать было какой-то роскошью. Сейчас летать — это обыденность. Естественно, летал. Поэтому я так и реагирую. Я не понимаю, о чем речь. Я лично боюсь летать. Это, кстати, очень интересный фактор, что есть люди, которые боятся летать и которые при этом готовы ехать на машине. То есть это самый рофл, когда человек говорит: я боюсь летать, поэтому я в Москву поеду на трассе на машине, которая в 150 раз тысяч опаснее. Это всегда чисто, это всегда корабли. То есть и вот на машине ехать по трассе до Москвы, блин, 3 дня... Вот это да, это я не боюсь. Конечно, я же, если что, сверну там куда надо. А в самолет сесть, просидеть, пропердеть 2 часика и выйти с вероятностью там аварии там 0,0001 там в дичайшем периоде. Это, конечно, да, это, конечно, страшно. Я же не управляю самолетом. На машине ты реагируешь. Да никуда ты не реагируешь на своей машине. Никакой ты, ничего ты там не реагируешь. Ни гонщик ты, и ни Ральф Шумахер, и ни Хакинин, и не этот самый. Ничего ты там не реагируешь. Реагируешь. Твоя реакция может сыграть как в плюс, так и в минус. Твой человеческий фактор может быть 100 раз хуже. Я сам сколько раз ездил на машине и встречал всякое. Бывало, где-то носом клювал за рулем, бывало, еще что-то мог там выйти, там лицо снегом, блядь, протирать, чтобы не заснуть. И еще что-то в таком духе. И тоже были разные варианты, и я думал: господи, кого ты там реагируешь? Ага, расскажешь здесь. Реагент просто. Летал в Египет.